Опасно нынче ездить в GTA 5 RP. Так, вот этих предателей сразу увольняем. Всем привет, народ, с вами, как обычно, Паша Клейс, но это я, естественно, какие вопросы. На инсту мою, пожалуйста, оформим подписочку. Ну и самое главное, мы сегодня будем играть на GTA 5 RP, это сервер Ричман. И сегодня меня уволят из полиции. Почему? Как это произошло? Вроде как будникопа должны были быть. Все узнаешь. На самом деле очень резонная причина. И надеюсь, что тебе эта причина понравится. Потому что следующие серии, возможно, будут дико интересными. Ибо контентика я уже наснимал. Всем приятного просмотра. Запасайтесь всякими там полезными, конечно же, едой. Да, полезной едой и все. Да, кстати, совсем забыл. У меня есть промокод CLAINS на GTA 5 RP. Он действует на абсолютно любом сервере. Что он дает? Он дает 12 500 долларов до 5 уровня и 10 дней випки. А 10 дней випки это x2 опыта на работах. И x2 зарплат. Как на работах, так и если вы безработный, то, ну, 300 долларов тоже деньги, я считаю. Все, приступаем. Можете снаряжение выдать? А, я не могу. Какой строй? А, понимаю, давай, пошли. Павел, у вас есть оружие? Нет, у меня и бронежилеты тоже не имеется. А, хорошо, смотрите, подойдите сюда. Вот выкинул оружие, подберите и... Подбейте, я скажу, стрелять, вы одну пулю спустите мне. Я скажу, еще одну. Бронежилет прям, пожалуйста. Да. Отойдите, пожалуйста. Давайте. Еще. Все, что, собственно, прямо время происходит? Еще одну. Все. А что происходит? А что было? Я ничего не видел, кстати. Броня не убирается. Да нету брони, все. Может, у вас аномалии какие-то? А это... Отдайте оружие, пожалуйста. Да, хорошо. У меня вот сейчас был жилет на мне, а потом он просто каким-то, как будто магическим образом исчез. Нормально вообще все? Ветром вас унесло, скорее всего, а потом вы, так сказать, прилетели обратно? Да я просто заднее сальто делать учился, и ничего не получилось, наверное. Ну ладно, что там. Так, у кого-то есть аптечка, а то я тут ранен немного. А что у нас такое? Вы встаньте в строй, сейчас скажут, я думаю. Организация ФИП, не буду говорить. Что они за люди? Разрешите обратиться из строя, офицер Клейнс. Конечно. Так а что с этими ФИБами не так? Вы уж расскажите, интересно всем. Все отлично. Просто директор красивый. Очень красивый. Мужчина, я надеюсь. Да, красивый. Ну слушайте, ну если мужчина, то, конечно, красивый, вопросов не имею. 10-4. Директор женщины, если что. 10-4. Разочарованно. В ком? Да в жизни, судя по всему. Получается так. Разрешите съездить за аптечкой. Разрешите дать аптечку свою. Я в него с автомата стрелял. Хотелось бы уточнить, что мне это приснилось, что я в него с автомата стрелял. Здесь минут до конца рабочего дня парень типа зашел, красава. Извиняюсь, мне после тяжелого дня в глазах двоится, а вы у нас с кем являетесь? Просто немного так. Мы из агенты федеральной группы. А, понял. У вас напарника ветром сдуло тоже? Ой, да, опять ветром сдуло, что ветры у вас очень сильные. Давление погодное. Да, погода все-таки. Последнее время такая. Здравствуйте, так, дорогие шерифы. Я сотрудник федерального бюро, заместитель начальника по вербовке. Хотел бы вам рассказать, что в данный момент происходит у нас набор сотрудников по федеральному бюро. Так как у нас очень сейчас мало сотрудников, и у нас происходит набор в федеральное бюро, и мы сейчас будем ездить фракциями и интересоваться, кто желает вообще попасть к нам, и у кого есть какие-то вопросы. Заманчиво, на самом деле. Если бы мог... Что? Заманчиво будет. Заманчиво, я говорю. Пожалуйста, да? Рабочий день типичный. Рабочий день, ну, начинаете рабочий день, выезжаете в патруль, потом, я не знаю, есть у нас пару допросов, типа, можете тоже поучаствовать на допросах. А так у нас патруль и патрули, поставки, ну, примерно как у вас, но у нас патрули по всем, понимаете, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Дишо. Штрафы выписывать нет, вы уже вызываете там уже ЛСПД и... На месте уже избирается. Ага, а как денежку тогда получать?
денежку, ну, зарплат, премии у вас большие. Здесь-то у нас, смотрите, штраф выписали, 30% получили. Понимаю, тоже. Да. Понимаю, ну, копейки, это, мне кажется... Ну, ветер унес. Оп, вернулись. Копейка, Редвуд. Джон, поменяйте прическу. Да. Деловой стиль. Центик, доллар. Да, нет. Да, у меня есть деньги. А на протяжении какого времени можно к вам перевестись? Или неограниченно, возможно? Ну как неограниченно? У нас просто сейчас... ну, можно, думаю, даже сейчас перевестись, если лидер одобрит там и так далее. Не одобряю. Если... Одобряете? Нет. А, это... Не одобряете? Замлидера, да ладно, я еще. А, замлидера, все, понял. Приятно познакомиться. У меня вопрос есть. Да, конечно. А, можно ли повыситься у вас выше третьего порядкового без военного билета? Если нет, то у вас есть КМБ там или что-то вот в этом КМБ, роде? КМБ, да, у нас есть, есть, как и в другой фракции, ну, всех фракций. Я бы, в принципе, попробовал, думаю. Попробовали? Ну, конечно. Да, я тоже бы... Все вышли из строя, кто хочет ФИП. Так, вот этих предателей сразу увольняем. Опа, ну... Как? Хорошо. Сейчас я сорву на рыж... ачивки с гаражей напротив. Так, заберу у него удостоверение и положу их в задний правый карман. А одобрение от вашего лидера есть? Это заместитель. На, всё. А перевод идёт на какой ранг? Разрешите перевод, покинуть свой. Уже, если да, если нет вопросов, можете покидать. Подождите, по-украински. По-украински? Что? По-украински. Что, по-украински? По-украински. Шериф. Сейчас я сорву на шрифке с ограждения напротив и заберу удостоверение шерифа департамента и положу их в задний правый карман. Поинтересоваться можно, какие у вас тут твои ранги, которые вы хотите привести? Посмотрите, у меня получается был третий, вот, но я сейчас решаю с военным, да, билетом на ментике. Извините, перебью. Да-да. А, кто конвоирует вот этого человека? Я, ко мне сюда. Да-да-да, все, пойдемте. Да. Ну, вот путь копа, так сказать. Вот так вот они примерно проходили у меня каждый день. Так, это вы двое, да, вы только, да, хотите присесть? Или кто-то еще? Нет, только мы. Не, мы только. А, ну все, тогда вы уже все сдали, да, вы уже сдали? Да, все сдали. Да, ничего нет. Все, тогда пройдем. Гентест, вы едете? Гентест. Да. Вы едете? А, да, мы на допрос. Или... А, допрос, все, хорошо, лечите. Агент агитации. Бобщик, как вас называют. Да. Ну что, мы с тобой новоиспеченные эти самые напарники, что ли, будущие, да? Получается. Ну это прекрасно. Будем знакомы тогда. Минуты, да. Ну прическа у тебя классная, конечно, нравится. А я это, так сказать, рэпер. А, нормально, я тоже раньше рэп читал в другом округе. Ну, музыкальная школа, все дела, короче. Ну, конечно. Я вижу по одежде, так сказать, узнал. А это хоть... я не успел прикупить новую, что-то времени нет. Да кашу старая тоже нормально. Сразу. Ага, понял. Так, давайте сразу. Пойдем. Ага. Пойдем. Есть. Нанюхался я уже, конечно, вот этих вот грязных трусов в раздевалочке, так сказать. Пора бы уже что-то новое делать. Можно вопросик один такой задать? Да. Можем по дороге в магазин одежды доехать? Чтобы на фоне коллег, так сказать, не выглядел каким-то неизвестным кем. Чтобы не выделяться, так сказать, ну да. Да. Ну что, бро, огромное тебе спасибо за просмотр. С тобой был, как обычно, ну я, Паша Клейнс, ну ты что? Я надеюсь, что ты не забыл оформить подписочку, не забыл про мой промокод на GTA 5 RP, который Клейнс, ты сейчас все видишь на экране, да?
Вот, огромное спасибо спонсорам, которые подписываются платненько на мой канал. У меня появился крутейший спонсор, с которым я отсниму ролик обязательно на днях. Ну и, как я уже и сказал, вы уже знаете, кто там с вами был, вот эти вот моменты. Всем спасибо, пока и F9, конечно же. И да, напишите в комментариях, лучше стали видосы по GTA или нет, ну в плане там не лагают ли, все.